Эти люди знают, как сделать украшение из покрышки на уроке труда или научить математике с помощью фокусов. В Химках прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года». Педагоги со всего городского округа представили свои авторские методы обучения детей. Каждый педагог расскажет о своем опыте, покажет свои какие-то приемы, собственные наработки или какие-то используемые им, но как-то очень особенно индивидуально. А наша задача максимально эффективно это оценить. Василий Чеченов работает учителем уже около 5 лет, преподает технологию, уже успел выпустить один класс. Говорит, с детства мечтал быть преподавателем, на конкурс «Учитель года» подал заявку впервые. У меня мама педагог, бабушка педагог, папа педагог, но по образованию, по первому образованию я вообще психолог. И поэтому мне интересно работать с детьми. Я больше даже скажу, мне нравится больше работать с детьми, чем со взрослыми. Впереди еще целый ряд испытаний. Из 12 участников будет выбран только один педагог. Он представит городской округ на областном этапе соревнований. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.